Земли Северного Причерноморья всегда манили к себе разные племена, народы, нации. Здесь селились дикие кочевники Азии, тут создавали государства труженики Европы. По истечению тысячелетий нам в наследство досталась богатейшая земля, ставшая консервантом всей эволюции человека. Особое место в этой эволюции занимает античный период, период эллинского и римского господства. В античный период в разные времена в акватории нынешнего Днепробугского лимана существовало два греческих города-государства – Борисфенида и Ольвия. Город Борисфенида был основан выходцами из Милета и располагался на территории современного острова Березань, который в те времена с материком был соединен песчаной косой. До появления Ольвии это был крупный торговый центр, где пересекалась европейская цивилизация и варварство дикой степи. Поселение, которое было основано в 7 веке до н.э. и как политический и экономический центр просуществовало до 5 века до н.э., когда потом права лидерства были переданы Ольвийскому государству. Поселение на этом острове было политическим центром, потом рыболовецким небольшим поселением, сельскохозяйственной округой Ольвийского государства. В римское время, в начале уже нашей эры, именно на рубеже нашей эры, остров Березань или полуостров на тот момент был священным участком вообще для многих греков. Тут находилось святилище богу Ахиллу, которому поклонялись, Ахиллу Пантарху. Ольвия была построена выходцами из Милета, которые по тем или иным причинам не смогли поселиться в Борисфениде. Новая колония в течение короткого периода стала мощным торговым центром в Днепробугском лимане, опережая в развитии ближайших конкурентов. Сегодня об этих драматических событиях истории напоминают лишь артефакты, найденные археологами в недрах земли, и письменные сведения иностранных источников. Сегодня Ольвия на протяжении многих десятков лет остается под пристальным вниманием археологов, историков и краеведов-любителей. Ежегодно здесь проводятся исследования, в которых принимают участие ученые со многих регионов государства. Ежегодно участники экспедиции делают какие-то открытия. Это второе погребение в Ольвии и первое со времен Фармаковского, где вот этот подбой был заложен пифосом, вот этот сосуд, в головах у скелета. Но если вам надо, на обратном пути снимем, в камералке стояло три сосуда. Причем два из них местного производства, которые имеют широкую дату. Один так называемый сетчатый лекиф, середина 4 века до нашей эры. Сложно представить, что ровно через две недели после съемок данного раскопа из него украли античную амфору. К сожалению, для национального заповедника Ольвия, который охраняет всего два человека, это обыденная кража. В реальности вред от грабителей значительно больший, чем это может представить простой человек. Колоссальному уничтожению подвергается округа Ольвии, так называемая Хора, которая включает в себя сельскохозяйственные и ремесленные поселения. Острый стоит вопрос о грабительстве археологических артефактов на острове Березань. 2015 год стал ужасным годом в плане исследования, а грабительских работ на острове Березань. При полном попустительстве этих же погранслужб осенью и весной здесь проводились массовые исследования, и по объемам исследований мы можем говорить, что тут одновременно работало 30-40 человек, которые уничтожали памятник национального значения, плюс они работали ни от кого не скрываясь. Дело в том, что в наших кухнях, там где территория, где находится наш постоянный лагерь более 10 лет, в наших кухнях были построены печи с применением цемента, воды, для того, чтобы можно было греться, готовить на них пищу. И в жизни я бы не поверил, что это можно было сделать без попустительства погранслужбы, которая находится недалеко от нас, мыс Джияск и сам пограничная застава в городе Очаково.
На сегодняшний день нами зафиксировано более 60 грабительских шурфов, более 5 квадратных метров. Это для стационарной экспедиции, если брать площади исследований, для нас, для археологов, это около 8 лет работы и исследования самого памятника. Сколько было уничтожено кладок, артефактов, древних предметов, просто уничтожено, разломано, сказать очень и очень трудно. Сколько было вывезено ценностей материальных с острова, тоже сказать очень трудно, что было найдено грабителями. Плюс ко всему уничтожен, наверное, вот такой слой целостности объекта. При дальнейших исследованиях острова, когда мы будем изучать данные кварталы, мы будем все время натыкаться на разрушения. Сегодня у государства нет средств полноценно изучать и охранять археологические памятники. Археологи сами вынуждены искать возможность приступить к раскопкам на том или ином объекте. В некоторых случаях исследователям приходится своими усилиями восстанавливать разрушенные мародерами памятники истории. Однако находятся энтузиасты, те самые любители-краеведы, которые пытаются хоть как-то спасти ситуацию. Год назад я приехал на место, где когда-то было одно из древнегреческих поселений. Оно находится сейчас возле села Каталино. И я ужаснулся от того, что я увидел, потому что на том месте, где было само поселение, представлял из себя просто лунный ландшафт. Были кругом ямы, разбросаны осколки амфор, были видны следы работы черных археологов и просто варваров из ближайших сел, которые раскапывали это место. Кроме того, на некрополе также было очень много ям. Вокруг ям были разбросаны кости, черепа, остатки скелетов, также осколки амфор. И это все меня ужаснуло, и мне стало обидно от того, что практически возле самого города Николаев находится такая жемчужина древнейшей истории и потихоньку разграбляется и уничтожается. И даже сейчас мы стоим на месте, где совсем недавно были грабители или черные археологи. Варварская яма, осколки черепков, амфор, кувшинов. И вы сами видите, что если дальше будет так продолжаться, это все исчезнет. Археологи считают, что сегодня, возможно, не самое время требовать от государства каких-то материальных вложений в развитие археологии. Однако нужно хотя бы сохранить имеющееся наследство для следующего, нового, интеллектуального поколения. Будет время, когда вопрос хлеба насущего, войны и так далее и тому подобное не будет стоять. И наши будущие поколения спросят, почему мы не сохранили. Они будут иметь возможности, они будут иметь финансовые, интеллектуальные возможности, технически исследовать прошлое и уже, соответственно, знать историю собственной земли, собственного государства, собственных территорий, на которых находится современное государство. А исследовать им будет нечего. Вот это вот может оказаться самым обидным. Это касается не только Березани, это касается и Ольви, поэтому можно потерять то, что восстановить будет невозможно. То это археологический фонд, то же самое можно говорить о природном фонде, который разрушается, пополнить его будет практически невозможно. Веками Земля хранила артефакты войны и мира, смирения и мятежа, богатства и нищеты, безделья и труда. Словно спелое вино берегла это культурное наследие для пропитанного жизнью мудреца. Вместо этого мы варварски врываемся в закрытые гробницы. Мародерствуем, грабим, уничтожаем следы собственного происхождения, отдаляясь от истины, от ответов на вековые вопросы. Кто я? Откуда пришел? И куда иду? Мы вкушаем еще не созревшее вино, пьянеем от него, бесимся и как дикие язычники танцуем на костях предков, втаптывая их прах вглубь веков, а себя обрекая на беспросветную тьму будущего.